Так, ну что, пора вставать. Да ну нафиг, вчера же целый был. Блин, второй хотя бы не дырявый. А где второй носок? Обалдеть. Ох, какой же я сегодня красивый. Мне кажется, я сильно красив, чтобы вставать так рано. Пойду посплю еще. Спокойной ночи, меня не будить. 5 minutes later. Илья, вставай! Вставай! Мне второму уроку! Да ну вставай! У меня второй урок, мам! У тебя 500 тысяч на ютубе! 500 тысяч на ютубе, да! 500 тысяч, блин! 3 года на ютубе! Или 4. Блин, как же долго шел к этой цели! Большое спасибо каждому из вас, я вас очень сильно люблю. Опа-па. Не, ну, я же нормальный, все ж так делают, не один я, надеюсь. Самое главное все-таки, как-никак. Ну и после туалета надо бы помыть руки. Я ж не грязнуля, в отличие от кое-кого. Вот это я рама 2 вандала! Охренеть, не зря холодильник я открывал 3 года. Ох, вот это. Сейчас бы пожрать. Опа. Привет, опа, сколько лет, сколько зим, малышка. Шутки шутками, но пожрать-то надо, где еда? Еда, 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 еда. Ого! Вот это я понимаю от души, спасибо. Блин, вот это по-нашему, как я люблю, курочка, пицца, котлеты, блин, а пиццу ты откуда хотя бы взяла? Приготовила, да что ты заливаешь? Конечно, приготовила, это со вчера осталось, я знаю, я тебя раскусил, разоблачение. Ребята, я наелся. Уже больше не лезет, но это за моих подписчиков! Вот это за всех тех, кто поставили лайки! А вот это за всех тех, кто подписался на мой канал! Что ты делаешь? Что-что? На превью лицо делаю. A few moments later. Ох, сейчас присяду мою ласточку. О, да! Блин. Люблю. Люблю! Люблю мою машину. Короче, сейчас будет пранк, который вышел из-под контроля. Так, так. Пока! Ох ты, блин! А, догоняет! Да ну нахрен! Ну что же, а сейчас небольшой инсайт. Я купил квартиру, ну и прямо сейчас мы вам ее покажем. Правда, там ведутся ремонтные работы, но все равно смотрите, наслаждайтесь. А! Шо, добро пожаловать. Это моя квартира. Вот это будущий туалет. Вот тут будет ванна. Тут будет кухня. Конечно, все это выглядит в таком состоянии, потому что сейчас делается ремонт, но... Надеюсь, к скорому времени мы закончим. Надеюсь, хотя бы к концу лета уже все будет готово. Потом сниму еще одно видео. Если вам, конечно же, интересно. О, а вот это самое главное. Это логово, это моя студия. Она полностью про шумоизолирована. Вот это все, это плавающая стяжка. Чтобы вы понимали, тут вот такой вот слой всего. Тут есть минвата, есть песок, есть просто стяжка, бетон. В общем, есть все в мире. Мы сделали конкретную шумоизоляцию, потому что... Вот во всех квартирах, где я жил, соседи просто ненавидят меня, стучат, желают мне смерти. Ну, надеюсь, тут хотя бы такого не будет. Так что, короче, такие вот пироги. Ну, вот это вторая комната, самая-самая основная. Так, решил заехать посмотреть, в каком все состоянии.
Вот тут, короче, будет большая кровать, тут будет одна тумбочка, тут будет вторая тумбочка, тут будет огромная плазма. Ну, в общем, такие вот пироги. Квартирка небольшая, но, тем не менее, довольно уютная, две комнаты, в принципе, все, что мне надо для жизни, я не особо требовательный. Поэтому будем ждать окончания ремонта. Если вам интересно, я мог бы снять еще одно видео, поэтому напишите хэштег «Ждем видео про квартиру». Все, пацаны. Ну а сейчас мы едем... к бабушке! И что мы будем делать? Покупать ей продукты. Как же я люблю покупать продукты! Только что скупили продукты бабушки, потому что сейчас довольно-таки нелегкий период, и вы сами понимаете, что если у вас есть пожилые бабушка или дедушка, покупайте им еду, потому что у них иммунитет более слабый. И, блин, мать вашу, что у меня с маской, что она слезает? Ох, блин, у меня только что прохожие посмотрели на дебила, но сами вы дебилы, поняли? One hour later. Машинка была как новенькая. Смотри. Поднимаем, всовываем. Всовывать это мы умеем. Так. Давай. Выбирай. Вода. Нажимай. Так, и теперь бери шланг. Вот этот. Левый. Так, да ты шо, вот это да, как новенько, как с салона. Слушай, я теперь тебя всегда буду брать на мойку. Как тебе, понравилось? Тяжело, кстати. Тяжело? Изи. Слушай, неплохо помыло. Если вам надо помыть машину, то вот эта милая мадемуазель вам с радостью поможет. Она хорошо управляется с шлангами. Ой, как-то странно звучало. Дамы и господа, всем привет! С вами мастер спорта по всем видам спорта. Смотрите, что умею. Первый раз за год, ребят, понимаете, это непривычно. Ну а если серьезно? One hour later. Давай так, кто больше сделает раз на брусьях, тот и сегодня готовит ужин. Поехали, ты первая, начинай. Не-не-не, на взрослых брусьях. На взрослых. Иди на взрослые брусья, мне все равно, что девочка, я мужчина. Давай, поехали. Короче, ноль раз, смотри, хотел настоящие мужики, держи. Теперь мой черед. Ну все, так Санька выбирает, кто подготовит, и всегда готовит она. Two hours later. Ребята, после первой тренировки уже виден результат. Теперь опять буду в двери входить боком, потому что, ну, не влезаю, сами понимаете. Вот это, конечно, да. И в конце этого видео хотел бы сказать, что я очень рад, что у меня есть такая большая семья. Я очень рад, что у меня есть такая большая поддержка. Просто я знаю, вот когда у меня бывают всякие трудные ситуации, вот вы всегда пишете, кем ты лучше, кем ты топ. Честно, я это очень ценю. Даже если я не отвечаю, мне очень приятно. Поэтому я хочу вас всех поблагодарить, то, что вы есть. Спасибо вам большое, то, что вы меня смотрите. Прощайте многие мои кликбейты, за которые мне реально стыдно. Спасибо, что вы со мной. Просто каждому из вас даю кулачок. Отбивайте по ту сторону экрана.